Окей, ребята, ми починаємо. Зараз у нас будуть Віталік і Юля, і будуть розповідати про моделі інтерпретації картинок та текстів. Ваша увага. Раз. О, меня слышно даже четко. Так, да, всем привет. Мы сегодня расскажем про то, как мы сделали интерпретацию моделей у нас в Юскане, текстовых и картиночных, ну и, соответственно, зачем мы это сделали, как мы это сделали. В общем, мы сейчас расскажем. Соответственно, вообще, какие бывают модели интерпретации, как… Ну, пасхалочка такая. Ну, в общем, вы, наверное, многие были на докладе в дата-роботе, и там вот этот товарищ, который выглядывает из угла, рассказывал, но я немножко, скажем так, напомню вам. Во-первых, можно просто использовать if-else statements, и легко, и потом просто напечатать, и будет вам интерпретация. В принципе, работает. Дальше можно использовать интерпретируемые модели, регрессия, decision tree. Соответственно, дальше, если у вас, ну, наверное, у большинства сейчас есть black box модели, их нужно как-то тоже пытаться интерпретировать. Соответственно, для начала, ну, самый простой способ — это feature importance, которая строится на основе переставления фич и, соответственно, трекания ошибки, и на основе этого делать какой-то, ну, вывод про важность фичи. Но опять же, это, ну, не совсем интерпретация. Также можно строить partial dependency и оценивать влияние каждой фичи, опять же, на score. Другой метод — это LIME или 5, который или уже более интерпретирует результаты. Shapley values — это хорошая альтернатива данному подходу LIME. И последний метод — это специальная архитектура моделей, которая позволяет из нее как бы вытаскивать интерпретируемость. Соответственно, во-первых, буду все рассказывать, да, примеры Юскана сегодня, поэтому немножко, что такое Юскан, кто не знает, это продукт, который занимается реал-тайм мониторингом сообщений в соцсетях, интернетах, форумах, блогах и так далее. То есть у нас сейчас в день примерно 100 миллионов упоминаний собирается, и из них где-то четвертая часть — это с картинками, то есть какая-то идет мультимедиа. Вот так выглядит наша аналитика. У нас есть сейчас, например, смарт-алерты, тренды, какой-то сентимент-анализ, потом смарт-теги, то есть ставится какой-то тег этому сообщению, и связанная с детекцией лога и сцены. Ну, вот такие у нас есть продукты, и, соответственно, про некоторые из них, про некоторые фичи мы расскажем про интерпретируемость. Мы начнем вообще, ну, зачем мы это делаем, и с чем мы это начали делать. В первую очередь, потому что у нас модели, блок с модели, и нам нужно понять вообще, что там происходит внутри, хотя бы иногда нужно понимать. Также у нас, во-первых, очень много клиентов, и они из разных доменных областей. Соответственно, построить какую-то модель, на которой будет работать на всех данных, очень сложно, и тем более приходят все новые клиенты с новых рынков, и поэтому модель будет плохо работать на новых данных, скорее всего, и мы должны понимать, когда нам нужно нашу модель улучшить. Далее также мы получаем фидбэк от именно на наших коллег, которые делают всякие кастомные ресерчи для наших клиентов, и таким образом мы тоже как бы получаем фидбэк, чтобы улучшать модели. После этого, как мы получили какой-то фидбэк плохой, например, то мы должны понять, в чем была проблема, и попытаться ее исправить. Соответственно, ну, то есть на критическое, то мы ее сразу же пытаемся исправить. Если нет, то мы хотя бы должны установить, почему такая ошибка случилась и что нужно сделать с данными такого, чтобы этой ошибки больше не было в будущем. Соответственно, ну, вот так примерно выглядит фидбэк. То есть мне, например, пишут, что вот есть два сообщения, у них примерно не одинаковые, но тональности разные. Почему так? И мне нужно, например, сказать, почему так, и если надо ошибка критическая, то мне нужно ее исправить. Соответственно, сначала расскажу про сегмент-анализ. Мы его сделали с помощью LI5. Интерпретацию, в принципе, это самое простое решение, которое можно было сделать. Во-первых, LI5 — это очень библиотека, которая очень полезная и простая. Сделана в основе LI5 лежит LIME,
получается, чтобы сделать, или опять применить к любой модели, нам просто нужно в модели сделать класс predict проба, который будет давать ответ в качестве предсказания для каждого класса, то есть вероятности для каждого класса. И таким образом оно построит уже вам интерпретацию для абсолютно любой модели. То есть у меня внутри моего сентимента там глубокая нейронная сеть со всякими там приколюхами, и ей, ну, или 5 все равно. Она просто получает, прогоняет разные комбинации фич через свою линейную модель, используя мои прогнозы. Таким образом, и получается так, что она строит интерпретацию и объясняет веса и влияние слов для какого-то текста. Но у нее есть недостаток, потому что она медленная. Но, во-первых, почему? Потому что строится большое количество линейных моделей, чтобы для аппроксимации, и когда меняется prediction, то есть мы должны перестроить наш прогноз, наша нейронка для каждого prediction, если меняется как там какое-то слово. И поэтому таких комбинаций очень много, и мы должны перебирать их все с помощью нашей нейронной сети. А поскольку мы это делаем еще и на CPU, то получается достаточно долго. Да, это очень быстро сделать, то есть, ну, всего лишь 2 дня мне потребовалось, чтобы это заимплементировать, еще поднять API, и все это нормально протестить, и все сделать красиво. Соответственно, это очень быстро, и любой из вас это может сделать, в принципе. Скорее всего, ну, я не уверен, но вероятнее всего, да. Выглядит это вот так. У меня 3-классовая классификация, негатив, нейтрал, позитив. Соответственно, вот мы видим, было сообщение Coca-Cola лучше Pepsi, по-моему. Да, у нас получается здесь… Pepsi идет как объект, то есть у нас объектный сентимент, и получается мы считаем сентимент относительно объекта, а не просто для, а не просто общий какой-то по предложению. Поэтому здесь видно то, что, например, кола вкуснее, это хорошая как раз негативная фича для того, чтобы поставить негатив. Ну и там вкуснее Pepsi, но опять же это более важно, вот, что оно определяет достаточно правильно. И вот такой вот вывод, то есть получается, мы сначала получаем все n-граммы для каждого класса, и потом мы получаем разрисовку уже именно по тексту, какие фичи повлияли на каждый класс. Очень просто, очень красиво и эффективно. Соответственно, сейчас покажу вам, даже лайв-демо могу показать, чтобы показать, ну чтобы вдруг это, ну, думали, что это фотошоп и все. Ну, можете мне сказать, ну, какой-нибудь пример скажите, а я попробую вам все это визуализировать. Давайте, не стесняйтесь. Невероятно. А относительно, ну, чего будем считать? АТБ или сельпо? Ну, и что объект будет? АТБ или сельпо? Теперь мы ждем час, так что… В принципе, можете чуть отойти. Ладно, это шутка была. По полчаса. Что? Да. Так. Ну, может, у вас есть какие-то вопросы по L5? Быстрые. А? Ай, блин. Ну, у нас интерпретация работает только для украинского и для русского. То есть у нас есть поддержка английской модели, но именно интерпретация наша главная модель работает на русском и на украинском. Но в основном, конечно, русский язык правильный. То есть видно, что здесь негатив определила. То есть видно, что вообще-то АТБ считает негативом. Ну, в принципе, это, сказать, дефолт, потому что это как ни странно. Но лучше, чем АТБ, и тут видно, что как раз… то, что нам нужно. И тут видно, скорее, может быть, конечно, то, что у нас было просто в данных, то, что АТБ, ну, примерно всегда, ну, негативные отзывы про АТБ. И, ну, не знаю, они наш клиент или нет, поэтому, ну, ничего не буду продолжать говорить. Но, говорится, респект им. Ну, в принципе, вот так вот это работает, поэтому все достаточно долго. Но, в принципе, это не нужно очень быстро получать, это просто получили какой-то фидбэк, и нам нужно его как-то обработать. И здесь скорость, ну, очень важна. Тут важнее больше понимания, и что мы можем вынести в итоге из этого.
В общем, это был, теперь можно презентацию включить. Следующий сервис упал, да. А, как еще менялись наши ответы от того до интерпретации и после? То есть сначала было, например, вот так. Мне говорят, что как там дела с темой, что какое-то слово это икеевская, ну, гардина, не ругательство. Ну, это сначала, ну, примерно всегда так, но ясно, передам нейронке обязательно. То есть я ей скажу, в принципе, передал, она фидбэк получила. А теперь это более выглядит конструктивно. То есть, например, мне пришел такой фидбэк, что выглядит как сладкое воздушное пирожное. Я отвечаю, что наша модель показала то, что выглядит как, используется чаще в нигде в ключе, то есть выглядит как обман. То есть как-то выглядит как, ну, не настоящее. Как АТБ. Видно, что, получается, наша модель немножко переобучилась под такой, ну, негативный ключ. И, в принципе, если такое будет дальше продолжаться, то мы можем просто взять и добавить больше экземпляров, так сказать, примеров с «выглядит как», и таким образом мы немножко сбалансируем и не будет так сильно переобучаться под, например, такую фразу, под такую вот n-грамму. Дальше, данную модель еще мы пробовали интерпретировать немножко по-другому с помощью модели с attention. То есть, соответственно, мы строим обычную, как бы, многослойную сеть, но внутри втыкаем attention, self-attention. То есть получается у нас каждое слово каждому будет примножаться. И получается, attention веса показывает важность слова, соответственно, внимание, которое придается каждому слову. И чем больше вес в attention, соответственно, тем оно более важное для предсказания финального. Но чтобы построить нормальную, скажем так, интерпретацию, нам нужно много правил. Что мы пытались сделать? Мы пытались на основе attention определять именно эффекты, то есть что влияет на предсказания. Например, у нас есть такое сообщение. Отель Редисон очень понравился, в особенности красивые номера и вкусная еда. Соответственно, правильный вариант будет как красивые номера и вкусная еда, то, что нам важно очень знать. Очень понравился, это тоже, в принципе, логично, но не совсем то, что нам нужно. То есть attention показывает то, что наиболее повлияло на предсказания модели, а остальные веса будут достаточно маленькими и не очень значительными. Поэтому для интерпретации, ну, не совсем подходит, но части можно пробовать его использовать и просто додумать данную тему. Да, ну вот то, что я сказал. Получается, теперь у нас еще есть такие смарт-теги. То есть что такое смарт-теги? Смарт-теги — это какие-то классы, которые определяют само сообщение. То есть это может быть человек, который говорит от себя, это WOM, word of mouth, article, статья, промо, которая делится на коммерцию, рецепт и благотворительность, тизер, это какое-то короткое описание чего-то, caption, это подпись какой-то мультимедии, список и запрещенный контент, взрослый контент. Соответственно, здесь у нас лежит, скажем так, большая иерархия моделей, которая состоит из мультикласса, бинарной классификации и даже ивчиков. Поэтому, да, это строилось, скажем так, пошагово, годами, и поэтому вот так оно сложилось исторически. Но мы хотим его интерпретировать. Также здесь используется не только текст, а еще и дополнительные фичи. То есть кроме текста самого описания мы еще используем, например, автора, тип поста, тип ресурса, откуда мы это взяли, это, например, соцсеть, ну, либо это какой-то форум. Также используется сам источник, то есть название вот этого вот сайта, и текст highlights — это то, что по каким лучшим словам ищет пользователи данное сообщение. То есть у нас в Юскане идет прямой матчинг или там какой-то сложный запрос для нахождения по каким-то ключевым словам, и вот эти те слова, которые вот выделяются, как раз тоже мы используем для классификации. Но здесь мы уже использовали оригинальный лайм для интерпретации. Если в предыдущем, то мы использовали L5, то здесь мы брали уже, так сказать, его оригинальную версию. Но опять же, принцип тот же, он достаточно долго работает. Сейчас я покажу, как мы его кастомно немножко подтюнили под себя. Во-первых, нам нужен здесь был свой токен
Recognizer. У нас он есть свой, то есть в Юскане мы написали там свои правила, которые более подходящие для соцсетей, чем дефолтные токенайзеры. Там тот же Spacey или что там еще. Ну, Spacey, да, самый такой популярный, или NLTK. У нас будет свой внутренний токенайзер для текста. Кроме этого, мы еще замораживали группы. То есть, как я уже говорил, для в Лайме идет очень часто такая перестановка фич, и одни фичи там меняются, заменяются какое-то нейтральное слово, например, либо вообще убираются, и таким образом трекается изменение прогноза. У нас здесь, поскольку есть текстовые и другие фичи, ну, numeric фичи какие-то категориальные, то мы их разделили до три части. У нас получилось так, что отдельно меняется текст, остальное все фризится, потом отдельно меняются категории, связанные с типом источника, и третье — это то, что мы вытащили какие-то фичи еще из текста структурные. Ну и дальше это покажу на примере. Поэтому мы вот так как-то кастомно немножко меняем вот эти вот permutation. Дальше мы еще выставляем size permutation, сколько раз мы будем менять, скажем так, permutation параметры, потому что, ну, если будет очень длинный текст, который у нас бывает часто, то мы будем очень долго считать интерпретацию и долго ждать. И, в принципе, это не так и здесь важно. Кроме этого, еще нужно было поменять output HTML, что тоже можно сделать. Там есть такой explanation HTML метод, и там, получается, ну, генерится HTML. И вы можете туда залезть и немножко потюнить под себя. Соответственно, выглядит это вот так. Да, что у нас здесь есть? У нас здесь есть, получается, текст, какой-то рецепт. Видно здесь плашка такая ответов. То есть видно, что это про промоушен. То есть правильно определить, потому что, ну, рецепты входят в промоушен у нас. И здесь есть confidence level. То есть у нас здесь используется LightGBM и небольшой такой стекинг для проверки уверенности нашей. Потому что если мы еще не уверены, то мы лучше ничего не поставим в продукте, чем поставим что-то неправильное. Так, да, и вот получается три группы фич. Первая — это текстовые фичи, которые мы меняем. Дальше мы меняем вот связанные с источником. То есть здесь есть ресурс, тип поста, если мультимедиа какая-то, ну, либо нет, и так далее. А здесь уже мы структурные фичи, которые там посттеги, какая-то морфология, там вот видно там прошедшее время, потом какая-то частица, сколько было частиц, междометий, фамилий и так далее. Вот видно там три группы фич, и мы по-разному их меняем. Соответственно, здесь видно, что это модель промоушена, и мы хотим узнать дальше, какой все-таки это промоушен. И здесь еще вот видно разные модельки. И первое — это коммерция. Видно, что для коммерции чуть-чуть не получилось. Мы еще, если заметите, то мы здесь меняем, например, все цифры на нули. Это также унифицировано, потому что мы так не приобучаемся под какие-то цифры определенные, а просто знаем, что здесь какое-то было число. В принципе, нам это не очень важно. Дальше здесь используется, по-моему, какая-то лог-регрессия на каком-то векторайзере. Потом donation, тоже здесь видно, что это вообще не donation. И рецепт. У нас рецепт — вот единственная модель, которая строится на правилах и в ивчиках. Соответственно, видно, что здесь ингредиенты, рецепты, там какая-то ложка и вот немножко подсвечено. Соответственно, это как раз вот то, что мы хотели, рецепт получить. Теперь мы можем, да, могу еще показать примерчиков. Да. Вот я уже заранее подготовил, потому что здесь уже усложнение чуть сгенерить, потому что здесь важны именно еще типы поста. Ну вот, например, это какая-то статья. Здесь видно, что какая-то, ну, яркая игра там доигровщиков Максим Пурина и Максима Шпилева и так далее. Очень, ну, серьезная уверенность, то есть мы очень уверены, что это статья. И видно, какие фичи сыграли свою роль. Здесь еще видно, например, кавычки, что здесь длинные слова. И да, я забыл сказать, что у нас, например, именно в этой модели ключевой здесь нет какого-то векторайзера, здесь нет слов, здесь просто структурные фичи. Соответственно, у нас слово просто какие-то длина слова, например, там, набор символов. То есть у нас это все буквы меняются на букву L маленькую, а большие меняются на букву L большую. И таким образом мы считаем вот именно структуру со самого текста и пытаемся по структуре именно понять, какому виду поста, так сказать, к какому классу относится данный mention.
И здесь видно, что длинные слова, потом всякие слова на большую букву, и вот кавычки, потом переносы строк. Ну, в общем, все здесь хорошо, очень структурировано. Также видно, что, что здесь еще интересно такого. Здесь прошедшее время, то, что в прошедшее время в основном пишутся статьи, какой-то отчет, например, одушевленных много людей. Потом и тут много имя собственных много и так далее. В общем, вот такие вот фичи для статьи. Например, вот для кэпшена здесь все достаточно просто. Хэштеги, потом эмоджи и видно здесь мультимедиа. То есть понятно, если у тебя кэпшен, то должна быть мультимедиа. Потому что кэпшен — это как раз подпись к какому-то фото или видео. Тоже логично. А теперь вот, например, ну, зачем вообще это мы делаем? Вот, например, трекать ошибки. Вот здесь это история от какой-то женщины в Инстаграме. То есть она рассказала про своего кота. Там что-то у нее там крокота, что-то там ее там ждал и так далее. У нас это определяется как промоушен, хотя очень близкий его. То есть это личное высказывание, что было бы правильно. Почему здесь, например, ошибки, что мы уже заметили и что мы будем исправлять? Во-первых, это то, что у нас неправильно работает токенайзер. В оригинале это один эмодзи, то, что я выделил. Здесь находится женщина, которая показывает, типа, что она не знает. И поэтому первый эмодзи — это человек, который не знает, второй эмодзи — это цвет кожи, а третий — это пол. Либо мужчина, либо женщина. И если, а у нас работает так, что он разбивает данные эмодзи на три. Соответственно, это нужно исправить, и это ошибка. И здесь как раз наша модель очень еще согласилась на эмодзи. Здесь видно, что на эмодзи она такая падкая. Плюс еще здесь переносы строк, также что достаточно текст очень хорошо структурирован. Поэтому это тоже доводит до мысли, что это, скорее всего, промоушен. И здесь… Так, мультимедиа, ну, не очень интересно, но в основном видно, что мы видим, там есть ошибка, например, с токенайзером, и нужно вот ее попытаться исправить. Вот, как-то так. Соответственно, это был наш SmartTech сервис. Да, можно, наверное, дальше. Включить презентацию. Да, и теперь картинки. Ну, тепер я розкажу про те, як у нас в Юскані інтерпретуються картиночні моделі. Я розкажу це на досить простому прикладі, на прикладі трьохкласової класифікації, але насправді це можна прикрутити до інших архітектур, і воно теж буде працювати. Наш підхід — це підхід Class Activation Map. І для початку я, напевно, розкажу, в чому була задача. Для чого взагалі будуються всі ті наші лого-детекшени, обжект-детекшени, сцен-класифікації? Для того, щоб бренди могли знаходити інсайти. Але насправді в реаліях соцмереж дуже важко знаходити інсайти, тому що дуже великий відсоток якихось комерційних картинок, якихось афіш, якихось промоушенів і мемів там багато. І для нас дуже важливо, щоб ми могли відділяти user-generated content від іншого контенту. І також нам, чому нам тут була дуже важлива інтерпретація, тому що весь наш датасет кастомний, і правила, за якими ми розділяємо, чи фото це, чи ілюстрація, вони теж кастомні. Тобто, наприклад, є сторіс, на який людина сфоткала себе і наклала зверху там купу стікерів і купу тексту. І є мем, в якому теж якась фотка, і зверху там підпис, але це мем. В принципі, і на тій картинці у нас приблизно однаковий відсоток саме фото і однаковий відсоток накладених зверху всяких штук. Але мем у нас вважається ілюстрацією, тому що на ньому навряд будуть якісь інсайти. А от сторіс — це те, що саме зняла людина, те, що вона виклала в свій інстаграм, наприклад. І якщо на сторіс людини буде бренд, то це нам важливо. І тому нам дуже важливо бачити, в чому різниця для модельки між сторіс і між мемом. Ну і у нас є тут ще третій клас, це допоміжний клас. Це ми його не показуємо в продукті, але коли ми просто розв'язували цю задачу, то ми помітили, що великий відсоток фоток в інтернеті з різними лого – це просто комерційні фотки одягу на продаж. Ну, от така от задача, я покажу зараз, як ми інтерпретуємо її. Перше, що ми беремо звичайний ResNet 50, притренований, і прибираємо останні два слої. Останні два слої – це Average Pooling і Fully Connected слой. Ми їх прибираємо і ми їх замінюємо. Ми їх замінюємо на перше – це конволюція. 2048 – це вхід минулих блоків ResNet. 3 – це кількість наших класів.
і з падінгом. Потім ми беремо adaptive average pooling з 1. В даному випадку, якщо, ну, оскільки ми передаємо, коротше кажучи, що таке adaptive average pooling, це так само, як average pooling глобальний, але ми задаємо самі розмір, але в даному випадку ми задаємо розмір 1, тому він працює як глобальний. Ну, потім flatten і log softmax. За допомогою форвард-хуків ми потім отримаємо output конволюційного слоя, features, який має розмір 3x7x7, і отримуємо також розмір, і отримуємо вихід самої модельки з log softmax. Ми ці дві штуки перемножаємо, беремо min-max scaling і отримуємо саму мапу 7x7. Ми її приймаємо, що це як картинка, ресайзимо її, як звичайну картинку, до розмірів нашої початкової картинки. І накладаємо на нашу картинку. І від цього ми отримуємо нашу інтерпретацію, яка виглядає отак от. Тобто тут ми бачимо, що картинка визначилась як closing, підсвітило прямо нам кросівки. Тут ми визначили, що це ілюстрація через те, що накладений зверху текст. І фото, тому що це звичайне селфі якогось чувака, який він виклав в свій інстаграм. Ну і для чого ще нам важлива дуже інтерпретація, тому що є багато дуже спірних картинок, які ми самі сумніваємося, куди віднести. Наприклад, в ілюстрацію віднести цю картинку чи в клоузінг. Тому що, по суті, це вроді як і просто сфотканий одяг на білому фоні, але з іншого боку тут накладені різні тексти і так далі. І от ми проганяємо нашу модельку і замість аутпута підставляємо два базисні вектори. Тобто для ілюстрації ми підставляємо 1.0.0, і отримуємо інтерпретацію чисто для ілюстрації. І для клоузінгу ми підставляємо 0.1.0 і отримуємо інтерпретацію чисто для клоузінгу. І дивимося, на що наша модель звертає увагу в цій картинці, чому вона може віднести цю картинку до ілюстрації, чому до клоузінгу. Також дуже важливо в цій модельці було бачити помилки, тому що нам важливіше, щоб краще хай якась ілюстрація потрапить в фото, ніж якесь фото потрапить в ілюстрацію і наші клієнти втратять якісь інсайти. Ну і от тут є приклади помилок, які ми побачили, які ми зінтерпретували, і через які ми додали просто схожих картинок в наш датасет. І для того, щоб зробити висновки, що перше, це інтерпретація моделей, вона корисна не лише для того, щоб не лише для бізнесу, а й для вас самих, щоб скоректувати ваш датасет і пофіксити різні трабли. Ну і такі прості бібліотеки, як LE5, LIME, Shapley Values, вони працюють теж досить добре, їх можна юзати. І також можна використовувати специфічні моделі, щоб інтерпретувати ваші результати. На цьому у вас все. Якщо у вас є якісь питання, то задавайте. Тут тільки, пожалуйста, не сексистські. Якщо будуть сексистські, то це, звісно, бан. А мы будем озвучивать, да. Кричите. Вопрос был про то, рассказать про кам и как сделать из фичи мапу, но должен скейлить на всю фотку. Ну дивіться, ми отримуємо фічі, які мають розмір 3x7x7. Це ясно, як ми їх отримаємо. Це просто за допомогою форвард-хуку ми витягуємо вихід із цієї от конволюції. Ми отримуємо output, це просто ймовірності класів. Ми за допомогою roll axis, ми перекидаємо перший axis на останнє місце і отримуємо 7x7x3. Перемножаємо це з output-ом і отримуємо cam, який має розмір 7x7. Цей кам ми сприймаємо, звичайний min-max scaling поряд кам, просто щоб привести це в вигляд 0.1 і щоб це було нормоване. І просто потім ресайзимо як звичайну картинку. Тобто сприймаємо це як так, що ця матриця вона була би картинка, і використовуємо ті ж самі методи, що використовуються для ресайзу іміджей. Використовуються абсолютно ті ж самі методи. Ми можемо відресайзити квадратну картинку до прямокутних розмірів. Ні, вопрос там, я давай допомогу. В общем, там, коли матриця, там же з собою матриця, такою вже кривою, як би сказати, укрульоне. Тобто у тебе виходить так, що єдиниця в центрі условно, і від неї вже йде вот как-то закруглено уменьшення вероятності к нулю потихоньку.
То есть оно идет не линейно, скажем так, не одинаково по краям вот, от центра и так далее. Оно вот, у него есть где-то центр, и оно потихоньку от него отходит в разные, опять же, силе. И таким образом у тебя получается разный этот цвет условно. И неровный, ну, потому что это, в принципе, логично. То есть что она определила как главное, то она определила как главное. И от нее уже могут быть любой формы, так сказать, искажения, расцветка. Не имеет значения. Да, Максим, пожалуйста. Но вопрос был про то, что в картинке вот мы видим какую-то ошибку и исправляем, соответственно, добавляя данные. А как мы это делаем в тексте? Например, у нас был такой пример, ну, да еще давно мы уже его исправили, с политикой, то, что у нас на политику, в основном, негативные отзывы были про политику. И мы выяснили то, что она просто агрится на имена политиков. Мы, на разных. Ну, получилось так, особенно на российских, там, ну, украинских, ну, неважно. В принципе, если вы брать какие-то самые популярные имена, то оно сильно агрится. Но я просто взял их и убрал. Точнее, я их не убрал, я их заменил на какое-то там фамилию или что-то такое. И, соответственно, получилось так, что я часть еще и сэмплировал. То есть я делал даунсэмплинг, и потому что я знал, что это про политика, соответственно, вот я часть просто анонимизировал и часть даунсэмплил. Получается, с политикой ушла проблема. Также у нас… Плюс, если мы находим какую-то проблему, то у нас в основном же все эти данные размечаются. То есть наши ошибки, те, которые мы делаем, размечаются ну, либо клиентами, ну, либо нашими работниками, ну, которые работают на клиентов. Поэтому автоматически наши ошибки справляются, мы просто модели перетренировываем. Но если есть такая вот критическая, как с политикой, то мы уже добавляем вот такие вручные. То есть мы понимаем, что нужно либо анонимизировать, либо просто их убрать, либо вот как-то сгладить, так сказать, углы, чтобы не было такого байса в одну сторону. Но вопрос был в том, ну, про инсайты после ввода аналізу картинок для брендов. Ну, наприклад, коли, не знаю, ви пам'ятаєте чи ні, недавно в Твіттері був жарт про те, що хтось вкрав Ольгу Бузову з п'ятірочки. І, ну, за допомогою нашої модельки можна було дуже просто відфільтрувати і знайти практично всі такі картинки, ну і відповідно по них зробити якісь дослідження, хто більше крав Ольгу Бузову, там чоловіки чи жінки, там з чим фоткалися, ну на якому фоні фоткалися з тією вкраденою Ольгою Бузовою і так далі. Або, наприклад, ще були інсайти про те, що багато картинок корони, які роблять люди, вони дуже схожі на комерційну рекламу. Тобто люди самі роблять рекламу короні краще, ніж сама корона, власне. Ну, от такі от. Можна там в нашому блозі почитати, я всіх не пам'ятаю. Все, просто ні? Все, давай. Спасибо, що прийшли. Як говориться, стол накритий, так? Да?